Первая жена народного артиста СССР Олега Табакова, родившая ему двух детей, в течение многих лет не поддерживала отношений с бывшим мужем. Сообщалось даже, что Людмила Крылова не пришла в четверг на церемонию прощания с Табаковым в Московский художественный театр. Однако сотрудники Первого канала уточнили, что она была среди тех, кто пришел проводить знаменитого актера и худрука театра в последний путь. Крылова перестала общаться с Табаковым, когда он ушел из семьи. Многие годы они не виделись и не разговаривали. С Табаковым я давным-давно перестала общаться. Думала, новая семья его выходит, так актриса современника прокомментировала известие о смерти бывшего мужа. Насчет Александры сказать ничего не могу. Не знаю, где она в настоящий момент. Давно с ней не связывалась. У нее своя жизнь, у меня своя. Так же, как и у внучки Полины. Крылова и Табаков познакомились в конце 1950-х годов во время работы над фильмом «Дом у дороги». В 1960 году у пары родился сын Антон, а в 1968 – дочь Александра. В 1994 году Табаков ушел из семьи и впоследствии женился на своей ученице Марине Зудиной. Старший сын со временем смог простить отца. Однако с дочерью Табаков, по его собственному признанию, отношений так и не наладил.